Умида, можете рассказать о своей болезни, когда она началась? Это у меня началось лет 5-6 лет назад тому. Были боли, и я сделала рентген, и мне сказали, что у меня коксартроз 3-й степени, 3-й. Двухсторонний коксартроз. И я потом начала ходить и искать врача. Сначала у нас искала врача, кто что как делает. Расспрашивала всех. У нас есть врачи, тоже делают хорошо, только мне нужно было двухсторонний. У меня коксартроз. Поэтому, у нас только делают с одной стороны. И потом они мне сказали, что только с одной стороны буду делать. И начала искать врачей из других стран. И в соцсетях, в интернете увидела вашу рекламу и связалась с вами. Умида, можете рассказать, как вы себя чувствуете после операции? После операции я себя чувствую хорошо, нормально. Немножко боли есть, конечно. Врачи сказали, что это все пройдет. Это хорошо. О чем вы мечтали? До операции. До операции. Мечтала, чтобы ходить без боли много-много, часами, пешком, с семьей гулять по парку, когда выходили отдыхать, чтобы много-много ходила без боли, мечтала. Мечтала, что у меня не было ограничений таких, как сказать, не могла же я... Мне трудно было сесть, там это на машину сесть. Хочу по лестнице подниматься не могла. Хочу, чтобы все эти ограничения не было, чтобы жизнь была красивой без ограничений. Полноценной жизнью жила, что иншаллах. Много-много ходить, чтобы без боли, в основном без боли, чтобы у меня не было этих болей.